Выставки, мастер-классы и социальные танцы – все эти мероприятия пройдут в рамках проекта «Фестивальное лето». Привычные встречи на почтовой проводить не получится. Тут свою роль сыграли коронавирусные ограничения. Поэтому решили проект изменить. Этот проект объединит 4 пространства. Это Зеленый театр и площадка у Зеленого театра Центрального парка культуры и отдыха. Это лесопарк, парк Гагарина и сквер Скобелева. Но мы понимаем, что ограничительные меры, они не сняты. И поэтому мы выходим на локальные проекты. Мы уходим от больших массовых мероприятий, но при этом мы создаем настроение. На почтовой будут проходить выставки мастеров-ремесленников и фотовыставки. В ЦПКИО акцент сделают на Зеленом театре. Здесь будут концертные вечера, а в субботу и воскресенье обещают показывать фильмы. Планируются и живые выступления. Театр драмы и филармония покажут спектакли. А музыкальные коллективы регионального ОМВД и УФСИН сыграют на сцене. Появятся и новые проекты. Это одним из первых проектов, которые мы обсуждали. Это был проект «Социальный танец», который будет реализовываться на всех площадках. Что это такое? Это такой призыв наших клубных работников к населению города прийти в парки и вместе выучить какие-то танцы. Это и здоровье, это и, опять же, возможность коммуникативного общения. Танцы будут разные и на всех 4 площадках. Еще одна новинка – мобильная бригада под названием «Мобильный праздник». Люди будут приезжать в отдаленные уголки города и давать концерт. То есть Никуличи, Семчина, сквер Керамзавода и другие территории без праздника не останутся. План мероприятий будет регулярно дополняться. Спланировать свой отдых можно по анонсу мероприятий в социальных сетях. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».